В здравоохранении все более важную роль играет современное оборудование, которое позволяет быстро и точно ставить диагноз, а значит и приступать к лечению пациента. Предлагаем вашему вниманию репортаж о рентген-аппарате, который заработал в Славянской центральной районной больнице. Развитие материально-технической базы нашего районного здравоохранения – одна из приоритетных задач муниципальной и краевой властей. Приемное отделение Славянской центральной районной больницы – это место, которое нуждается в большом внимании, и это внимание обеспечивается. Установка там дорогостоящего рентген-аппарата – убедительное тому доказательство. Картинки идут высококачественные, и главное, что результат. То есть можем интерпретировать даже самые малейшие там, переломы или воспаления. Вот. Конечно, это не компьютерный томограф, но по сравнению с теми аппаратами, которые были, качество на порядок выше. Аппарат нового поколения, конечно же, понравится пациентам. Да и для славянских врачей он очень удобен. Травматологи, хирурги, терапевты, они же могут тут же на месте, не отходя даже, скажем так, от больного, посмотреть снимки, сами убедиться, есть там что-то или нет, ну и, соответственно, отсюда пойдет и тактика, и стратегия ведения больного. Рентген-аппарат работает надежно. Он хорошо приспособлен для нужд районной медицины. Благодаря ему качество медицинского обслуживания славянцев повысится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».